Есть такая притча про собаку. Шла по улице собака и нашла огромный кусок мяса. Взяла в зубы и идет, ищет место, где покушать. Идет по мосту, внизу река, смотрит она с моста, видит свое отражение. И там такая же собака с огромным куском. И вот ей кажется, что тот кусок получше. И что она делает? Она бросается на ту собаку, на свое отражение. Открывает рот, мясо, понятное дело, падает в реку, тонет. В итоге собака ни с чем. Так и люди. Так и люди. В итоге ни туда и ни сюда, и в итоге ты по-прежнему в заднице. Большинство, как эти собаки, смотрят на вторую половинку посимпатичнее, смотрят на какую-то схему, где можно заработать, на работу получше, тут платят больше, а в итоге что? А в итоге остаются ни с чем. Это в лучшем случае, потому что можно потерять то, что уже имел. Это в худшем случае.